Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом «Шаман», сообщил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой. Публикация появилась в телеграм-канале исполнителя. По словам артиста, причинами расторжения брака стали напряженный график работы и сильная занятость. Он назвал развод совместным решением и подчеркнул, что остался с супругой в хороших отношениях. Дронов и Мартынова состояли в браке с 2017 года. Супруга была старше певца на 14 лет. Это второй брак исполнителя, общих детей у пары нет.